На новую арену по утвержденному самарскому проекту сейчас собирают необходимую документацию. Само строительство только планируют начать в промежутке между концом апреля и июлем этого года. Пока же по требованиям новообразованной лиги нужно внести залог в размере 50 миллионов рублей, чтобы участвовать в сражениях элитных ледовых дружин. У нас строительство так и не начато. Если бы мы строительство начали, то никакого бы залога не было, поскольку видны были бы намерения, и они подтверждены действием. Однако у нас этого не случилось, к сожалению. Поэтому я считаю, это все равно победа. Эти деньги вернут, когда дворец будет построен. Между тем, с середины сезона руководство хоккейного клуба постоянно делали отметки в протоколе, что во дворце спорта «Волгарь» лед плохого качества и отвратительное освещение. Поэтому, как говорит генеральный директор хоккейного клуба «Лада», обязательно нужен ремонт. Утверждена смета в размере 24 миллионов рублей на реконструкцию. Вдобавок увеличат сумму на селекцию. Ведется поиск четверых-пятерых мастеровитых игроков, которые должны команду усилить. Средства на этих ребят есть.